ребята, я наконец-то придумала, как я вас буду называть Смайлы. Сейчас на самом деле ничего в голову не приходит, потому что сейчас 11 часов, и я хочу спать, и мне лень. Как вы заметили, я с такой какой-то странной прической, скажите, мне так не идет. Я распустила просто волосы и перекинула их на бок. Мне так не очень идет. Я сделала получше причёску. Я сейчас хочу вам рассказать про мой день. Сегодня была школа, ведь сегодня пятница. Я очень устала, я очень злилась сегодня на мою подругу Лизу Осачью. Неважно почему, но злилась. После уроков у нас была репетиция, мы готовились к конкурсу «Лучший класс». Потом я поехала на тренировку. Так как у меня рука поломата, или палец, я не занималась. Я пошла до мамы на работу, там я ждала, съела яблоко, поиграла на мамином телефоне, и мы пошли гулять. Сначала мы пошли в кафе, поели пиццы, а потом мы пошли в мануфактуру. Торговый центр мануфактура. У меня после этой школы вообще голова не варит, вообще слова запутаются вообще. Сейчас я приехала в 9 часов, извините, домой, переоделась, покушала, и сейчас я снимаю это видео. А перед этим посидела чуть-чуть в ВК, конечно же. Попереписывалась и начала снимать это видео. Я очень хочу сейчас спать, мне надо пораньше лечь спать. Сейчас 11. Пораньше лиц поэт называется. В час ночи, да, пораньше. Потому что завтра мне надо в 8 утра уже буду зарегистрирована на городском конкурсе Шевченко. Я очень не хочу рано вставать, но придется. У меня же на конкурс, наверное. Барибот. Мои странности. Я сегодня целый день слушала одну и ту же песню. Никакую больше, чем... What does the fox say? Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Если вдруг кому-то понравится эта песня, название будет в комментариях. Завтра у меня, к сожалению, очень натруженный день. Я не смогу посидеть в ВК и послушать музыку. После конкурса я сразу домой. Потом переодеваться, делать уборку. Потом мы с девочками будем... в ВК переписываться, но насчет конкурса. В общем, я вам рассказала все, что могла. Вот так вот. И после меня летает муха, и я хочу ее убить. А я ее убила! Такие фиксики, большой-большой секрет. Хотя это как-то не в тему. Но все же. Тут такие фиксики, большой-большой секрет. Вот так вот я вам, считаю, рассказала про мои 2 дня. Понравилось это видео? Ставьте пальцы вверх, пишите хорошие комментарии под этим видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Пока!